Ну, мы продолжаем серию наших интервью, и сейчас у нас в гостях в нашем замечательном ресторане или пабе Hophead, где мы проводим закрытие нашего года 2017-го, наш стартап «Базар» провел большую работу. И один из людей, которых часто присутствовал на этих мероприятиях по отбору проектов стартапов, Эдуард Адамян, представляющий фонд «Камафлоу». Привет! Привет! Скажи, вот сейчас до тебя был Александр Румянцев, который свою формулу инвестирования хочет продлить и дальше на следующий год. Есть ли у вас своя формула инвестирования? Конечно, есть. Мне кажется, без формулы инвестирования нет ни одного инвестора. Наша философия заключается больше в ручной работе, к индивидуальному подходу к каждому проекту, к сопереживанию с командой и выстраиванию долгосрочных планов. В этом году Александр Румянцев сделал, по-моему, около 15 инвестиций и занял первую строчку. Вот по рейтингу я забыл кого. Русбейс или фирма? Какую строчку заняли вы? Мы попали в рейтинг не бизнес-ангелов, а в рейтинг классических фондов и заняли из 25 позиций 16-ю. У нас было 3 сделки. Но если суммарно посчитать сделки, наверняка ваши сделки перекрывают все сделки Александра Румянцева. Да, наверное, так, да. Ну, мы не будем на базаре торговаться, хотя базар создан для того, чтобы торговаться на нем. Скажи, 2017 год, готов ли также активно принимать участие с нами, а ты в нас партнерах, в базаре? Готов, конечно. Я думаю, 2017 год должен быть более активным для российского рынка инвестиций, потому что все как раз немного затаились при вот этих мировых финансовых бурях. А сейчас 2017 год как раз все адаптировались, все инвесторы, проекты, бизнес. И я думаю, 2017 год будет прорывным. Ну, а сейчас наслаждайся вечеринкой. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо. Очень приятно. И идем к следующему гостю.